Пуфикизм – это искусство находить пуфики. Пуфикизм – это искусство найти себе пуфик в любом месте. Это искусство находить пуфики в любых местах, то есть где-нибудь комфортно и удобно усесться. Найти пуфик – это значит куда-нибудь присесть. И еще пуфикизм неразрывно связан с пофигизмом. Пуфикизм неразрывно связан с пофигизмом, потому что девиз пуфикизма «Мне пофиг, что это, а мне пуфик». Я на этом сижу, и мне пофиг. Девиз пуфикиста это «Мне пофиг, на чем я сижу». Мне удобно, и мне пуфик. Мне комфортно, и мне пофиг. Пуфикизм распространен среди молодежи, которая не комплексует выглядеть как-то необычно. Пуфикизм распространен среди молодежи. Потому что, ну, пожилая женщина с больными ногами, она не сядет вот так просто на ступеньку. Ну, потому что будет стоять из последних сил, комплексуя, что а вот сяду я на эту ступеньку, как на меня будут смотреть, что обо мне будут думать. Например, какая-нибудь пожилая женщина, у которой больные ноги, никогда не сядет на такую удобную, теплую, нагретую солнцем зеленую трубу. Потому что она будет думать, а как я выгляжу со стороны, а что обо мне подумают. Мне пофиг, что это, я на этом сижу, и мне пуфик. Я на этом сижу, мне удобно, и мне пофиг. А я сижу, и мне пуфик. Я на этом сижу, и мне пофиг. А еще опытные пуфикисты имеют при себе рюкзак с курткой. Чтобы этот рюкзак положить под себя, и получился мягкий пуфик. Опытные пуфикисты стараются всегда иметь при себе рюкзак. Потому что рюкзак, в котором положена куртка, это мягкий пуфик. А мягкий пуфик всегда лучше, чем жесткий пуфик. А мне пофиг. А мне пофиг. А мне пофиг. Удачного вам пуфикизма! Ищите пуфики, и пусть вам будет комфортно. А мне пофиг. А мне пофиг. А мне пофиг.